Более 100 курсантов Ивановского института противопожарной службы отправляются в Краснодарский край. За ними на Северный военный аэродром прибыл специальный борт МЧС. На самолете Ил-76 курсантов доставят в Геленджик, оттуда на автобусах их переправят в Крымск для оказания помощи пострадавшим от стихии. Сегодня у нас убывает туда 4-й курс, то есть средний возраст 21-22 года. На сегодняшний день это единственный отряд. Если обстоятельства изменят или поступит команда руководства, значит, будут отправлены еще. Ребята едут в сопровождении офицера, заместителя начальника факультета. В районах Кубани они будут ликвидировать завалы, а также расчищать территорию от мусора и обломков. Курсанты имеют с собой все необходимые инструменты для выполнения первоочередных работ. Помимо курсантов, в Крымск также будут отправлены 2 единицы техники – грузовой автомобиль и внедорожник. Техника будет отправлена другим бортом сегодня вечером. Решение отправить ивановских курсантов в Краснодарский край приняло МЧС России. Но ехать или нет, каждый решал сам. Добровольцев было намного больше, в 2 раза больше, около 200 человек, но нам понадобилось 100 человек, которые туда прилетят. Я лечу добровольцем, потому что я считаю, что это мой долг, это моя работа, это как бы моя жизнь, там, где я учусь, этому нас учат. Пока нет информации, в какой конкретной точке местности пострадавшие от стихии курсанты будут работать и как долго продлится эта командировка. Все необходимые указания они получат на месте. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.